Алла Сидорук занимается так называемым зеленым строительством больше 10 лет. Женщина уверена, цветы обладают особой энергетикой и сами хорошо чувствуют добро. А потому, помимо базовых условий, света, тепла и плодородной земли, им важна забота людей, влюбленных в свое дело и понимающих толк в красоте. Говорили когда-то, что красота спасет мир, поэтому надо стараться, наверное, не только видеть кругом. Не знаю, искусственную красоту, а это же природная. Поэтому есть такая профессия — родину украшать. Я ей занимаюсь. Вместе с Аллой Иосифовной над созданием весеннего наряда для областного центра Брещины трудятся десятки человек. Пока основная работа в теплице. Нужно подготовить рассаду к высадке в открытый грунт. Большинство цветов хорошо знакомы жителям Бреста. Они уже прошли проверку на прочность и отлично зарекомендовали себя. У нас готовится до 1 миллиона цветочные рассады однолетние. Яркие очень цвета, от белого до малинового, до темного. Будет у нас калибрухуа, петуния ампельная, пеларгония ампельная. Они очень хорошо чувствовали себя в городской среде и показали свою очень хорошо устойчивость загазованности территории, городских территорий и климатическим условиям. Поэтому у нас более разнообразно будет сортов и красок данного вида продукции. Конечно, есть в цветочном семействе и прибавление. Из новых растений мы хотим посмотреть, как будет себя чувствовать львиный зев, маргаритка, гвоздика шабо, как она будет чувствовать для украшения города. И разновидности из ампельных – это бакопа, катарантус ампельный, гипсофила. Рассады и саженцы многолетних растений также в наличии подготовили специалисты и любимые многими туи с можжевельником. К слову, цветочную продукцию здесь можно приобрести и для личных подворий, и предприятиям. А как только погода станет комфортной, работники коммунальника помогут Бресту дополнить свой образ яркими природными красками. Совсем скоро эти зеленые ковры станут разноцветными и переедут на новое место. Специалисты утверждают, ближе к концу апреля начнется первая масштабная высадка цветов. К слову, поучаствовать в украшении города может любой желающий. Сделать это несложно, а красивое подворье будет радовать вас и окружающих не один месяц. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.